В Березанском детском реабилитационном центре «Надежда» в преддверии Дня семьи было много гостей. Ребята из 8 районов края приехали в этот день на праздник, который организовали педагогический коллектив Березанского центра. Мы рады приветствовать сегодня на нашей территории центра такое большое количество ребят из 8 районов. В преддверии праздника День семьи, любви и верности мы деткам приготовили замечательное, увлекательное путешествие по 4 сказочным станциям. Мы надеемся, что ребята увезут от нас не только замечательные призы, которые спонсоры нам любезно предоставили, но и хорошее настроение. Настроение действительно у всех ребят было отличное. Номера для праздничного концерта подготовили и сами гости, и местные ребята. Цветок ромашки, символ семьи, присутствовал во многих танцах и конкурсах. Ребята с удовольствием смотрели концерт, выступали сами и радовались тому, что они не одни, у них много друзей и гостей. Ведь иногда детям так не хватает душевного тепла и ласки. Мы хотим показать, рассказать, какая должна быть вообще семья, какое должно быть будущее у всех людей. То есть будущее – это семья, это мама, папа, дети, 1, 2, 10, чем больше, тем лучше. То есть вот только тогда будет нормальным, гармоничным наш мир, когда дети будут воспитываться в семье. Батюшка Петр рассказал детишкам легенду о Петре и Февронии Муромских, о добре и семейном счастье. Семья – это, во-первых, родной дом, родное самое место. Семья – это и любовь, и верность. Семья – это самое главное, что есть в жизни. Это когда о тебе все заботятся, ты заботишься, не обманываешь никогда, все делаешь хорошо, когда ты слушаешься родителей. Для этих ребят со сложной ситуацией в семье поддержка взрослых очень важна. Тогда они верят в счастливое будущее. Я хочу всем жителям Василковского района пожелать, чтобы были крепкие, дружные семьи, чтобы дети уважали своих родителей, а родители своих любили своих детей. Только любовью мы можем что-то в этом мире завоевать, чтобы не было одиноких стариков и не было брошенных детей. В канун праздника во всех храмах района проходили торжественные молебены. В Выселковский храм Рождества Пресвятой Богородицы собралось много людей. Прихожане, учащиеся первой школы и воспитанники детского сада «Звездочка». Колокольным перезвоном и молитвами сопровождался крестный ход, во время которого отец Полихроний окропил всех священной водой и пожелал мира на земле, здравия и семейного счастья. Господи, помилуй, Господи, помилуй.